Почти 19 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Ви» поступили в регионы и оперативно распределяются между медицинскими организациями. Сегодня от COVID-19 в Волгоградской области привиты уже свыше 1 800 000 жителей. В Волгоградской области продолжается иммунизация от новой коронавирусной инфекции. В облздраве отмечают, что по желанию пациента вакцинироваться препаратом гамковид-вак можно как внутримышечной инъекцией, так и назальным способом. Прививки делают в 74 прививочных пунктах, в медицинских учреждениях, а также в специализированных центрах на базе ТРК Волгограда и Волжского. Мобильные прививочные бригады направляются в организации предприятия «Отдаленный населенный пункт». Выездная вакцинация продолжается и в стационарах области. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Защиту от вируса уже получили более 1 000 000 жителей, в том числе более 248 тысяч детей и подростков. Задачи по повышению готовности всех ведомств к возможному ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба. Глава региона прошел ревакцинацию от COVID-19 в начале августа.